Во вторник первой седмицы Великого Поста святейший патриарх Кирилл совершил повечерие с чтением Великого Покаянного канона преподобного Андрея Крицкого в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе Москвы. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Все так же приглушенный свет, зажженные свечи и пронизывающий души сердечный плач праведника о грехах. В Богоявленском Елоховском кафедральном соборе святейший владыка читает вторую часть Великого Покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. То, что нам дано в покаянном каноне святителя Андрея Крицкого, является библейским, церковным, подлинно вселенским опытом покаяния. Он основывается на мощном святоотеческом фундаменте. В нем прочитываются цитаты из святителя Мелитона Сардского, святителя Ефрема Сирина, святителя Григория Богослова и Григория Ниского, святого Максима Исповедника. Существует предание, что распространенная церковная практика чтения канона за богослужением сформировалась и утвердилась после сильнейшего землетрясения, случившегося в Константинополе в 790 году. Тогда монахини, уповая на Господа, читали этот канон в частном порядке. Со временем к нему стали прибегать и другие христиане, используя его в дни наступления бедствий, а потом его стали читать широко во время Великого Поста. По окончании службы предстоятель Русской Церкви обратился к пастве с проповедью, посвятив ее теме борьбы с грехом. В круговерте повседневной жизни очень сложно сконцентрироваться на своих внутренних проблемах. Иногда даже мы не успеваем подумать о том, что совершаем хорошего, что плохого. Но время Великого Поста как раз и предназначено для того, чтобы помочь нам вступить на путь борьбы с грехом. Никакая сила воли не способна победить грех, только сила Божья. И если мы свои человеческие усилия, свои правильные мысли, свое понимание логики борьбы с грехом соединим с действиями, оплодотворенными божественной благодатью, тогда будем иметь реальную возможность побеждать грех и устроять жизнь свою по Божьему закону. В среду и четверг первой седмицы Великого Поста святейший патриарх Кирилл совершает чтение Великого Покаянного канона преподобного Андрея Крицкого в Андреевском и Высокопетровском мужских монастырях столицы. Начало богослужений в 18 часов.